Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем играть Home Behind 2. Так, что у нас здесь? У нас здесь сюжетное задание, наконец-таки, зона перемирия. Немногочисленные враги в пустоши. Поехали, в ваших грузовиках еще есть свободное место для бойцов. Чё, простите? Ой, у нас тут бойца нету. Давай тебя поставим, не знаю почему. У тебя 23 силы, потому что... Так, у нас тут... Колесо новое. Прочность у нас у этого проще, тут просто скорость увеличится. Угу. Оружия у нас другого нету, да? Только вот это. Все. Тогда погнали на карту. Окей. Интересно, мы письма получили. А, ну это неинтересно мне, я уже это помню. Короче, так, у нас тут два задания. Отряд охотников, осторожно, в зоне замечен довольно сильный отряд. Меня расхерачит кто угодно. А прикол в том, что вот задание. Да. А тут вот девятые уровни. Девятые, шестые. Бесплодность, все ресурсы минус 90%. Охренеть. Жалко, что я не могу телепортироваться как-то на карты, точки и так далее. Так, что у нас здесь? Здесь нам еще ждать день и 2 часа. Но столько я не буду ждать, я лучше миссию выполню. Погнали. Сюжетная миссия, наконец-таки. А то побочки всякие, все такое. Блин, то, что они, конечно, не излечены. Это проблема. Серьезная проблема. Ну, а что поделать? Да? Что у нас здесь? У нас здесь спирт. Спирт. Опа, хильчик. Не, ладно, оставим пока, мы будем все верить. Если что, заюзаем, чтобы выхилиться. У нас 221 еда и 190 денег. Как мы видели, пушки стоят по косарю с хреном. И броня стоит по косарю с хреном. Причем очень даже неплохая. 8 этих, нифига себе. 48 еды ушло. Ладно, окей. И 6 еды пришло. Прекрасно. Тут что-то горит, и кто-то хочет с нами пообщаться. О, кстати. Странствующий доктор. Полностью восстановить здоровье бойцов. Нет, излечить раненых бойцов. Ну, тут всегда 100%. Все. Купить медикаменты. У нас есть деньги на то, чтобы купить эти медикаменты. Они по дешевке продаются. Вытащить припасы. Потушить пожар. Потушить с помощью беспилотника. Давай попробуем. 51% сейчас. Мы тушим с помощью беспилотника, и процент возрастает аж до 62. Естественно. Ну а чё, я просрал зря два транзистора, чтобы потом просто... Ну вот, неплохо. 16 нефти. Я бы даже сказал, шикарно. Плюс доктор вылечил. Два транзистора не так много. Два ключа, да, обидно. Так, там два парня. Если нам не изменяет. Там еще что-то есть. У тебя столько брони, тебя так легко выкашивают. Вот благо хиллер, да, у нас хороший. Только почему-то... Ой, ты кровяку на него накинул? Ой, ты молодец. Здоровье 1.28 в секунду падает. Он сейчас сдохнет, скорее всего, от кровотечения просто. Блин, ведь сволочь успел в конце ножом бросить. Так, фронтальная атака, засада. Никаких подрывов больше. Давай засаду устроим хотя бы. Кто там? 10-11? Ладно. Засада это да, все скиллы разом юзаются и неплохо так выносится. Очень много урона пролетает в противника просто так. Мы, кстати, уже половину прошли. В конце нас ждет база повстанцев. Я надеюсь, что там мне хотя бы... Ну, блин, вроде ну, легкий уровень, да? Типа обычный. 6% на захват. 14 хп. Блин, и травму накинула. Ну, это часики получили. Это ради часиков мы... Лучше бы свалить попытались. Грубая сила. Открыть отмычкой. 103%. Конечно, отмычкой. Мне прям что в палатке? Ни хрена себе палатка, да? Шикарно выглядит для обычной палатки.
Ну хотя бы еда есть. Две комнаты в палатке? Хорошо. А, давай разведку устроим. Тогда грубая сила. Новый чемоданчик. А, все враги. ОЗ в секунду минус 1,2. Регенерация плюс 1,2. Яд, типа. Шкафчик. Мечты домохозяйки. Давай мечты домохозяйки. Там, скорее всего, будет хавка. Прекрасно. Прекрасная хавка. Угу. Вау, там враги и куча всего. О, пленный. Грубая сила. И помолиться можно, кстати говоря. Сделать подношение. Да, я знаю, что с ними отношения улучшились. Отдохнуть. Так. Стоп. Это мы используем. Это мы не трогаем. Тут мы всех выхиливаем. И давайте надерем ему жопы. Нет, верни. Да, мы теперь второй уровень. Две звезды. Я жду, когда нам еще две откроют, чтобы мы могли более-менее. Поэтому я и пошел дальше по сюжету в надежде, что нам еще две откроют. Или хотя бы одну. Как же быстро хп твое тратится. Ты себе даже не представляешь. А, спасти? Нет, избавить от страданий. Никого спасать не будем. Блин, чуть-чуть не хватило. 23 монетки. Здрасте, спасение. А, мы так и так его спасаем. Принять деньги и сопроводить. Принять деньги. Спасибо. Расследование деятельности Ромашки. Эй, не хочу даже читать об этом. Я и так с ним в хороших отношениях. Читать? Ой, там что-то есть, нифига себе. Я даже не заметил. Я думал, там какой-то ёршик, что ли, что-то еще такое сзади было. Набрать древесины. Проверять дупло пока не будем. Давайте сначала древесину наберем. Судя по наблюдению, движущийся объект. Судя по круглый предмет. Едкий запах означает, что это, скорее всего, токсин. То есть, ну, я просто урон получу, с ничего. Ну, я... О, мое любимое здание. Я по бочке уже проходил, поэтому я, в принципе, знаю, что там и как. Мое любимое здание. Почему оно любимое? Я получил чертеж колеса. Прочность, расход горючего минус 15. Вот это я колесо могу еще экипировать. Точнее, не могу, а экипирую. Так там никого нет за дверью. Ну, то есть... Обожаю это место. А, так, обрабатываем гнилой мусор. Кислотные препараты. Чем мы получили? Получили эффект... Кислотные препараты 18. Что? Я не знаю, что это. Где вообще эти эффекты можно посмотреть? О, фига себе, там еще куча всего. Взрыв не дает ничего хорошего. Когда взрывчатка за стеной, взрыв лучше не активировать. Зелье здоровья. Зелье питания. Ну да, вот питание нам как раз таки надо. Ну, ну, блин, в тот раз, ладно, там была более топовая нычка с ресурсами. Блин, ресурсов до хера, а что у нас тут? У нас тут спирт? А где спирт? Спирта нет, главное. Главное, спирт, ну, там-то спирт написано. Так, ну пока 6 всего лишь. Это хотя бы десятку. Слушайте, мы почти дошли. Вероятность, что это финиш. И мы на базу придем. Блин, грибы несъедобные, обидно. Кажется, вот эта база. Да. Кажется, вот. Только почему мы через жопу заходим? Давай. О, наконец-то. Все нартанянские секреты
секретные базы такие. Может быть, они решили устроить сюрприз-вечеринку? Не смешно, принц, совсем не смешно. Не надо так нервничать, богом клянусь, это наша секретная база. Может, что-то случилось? Происшествие — штука нередкая. Давайте просто внимательно здесь все хорошо осмотрим, хорошо? Да-да. Так, предварительный доклад о компании «Ромашка Интернешнл». Я не буду идти читать доклады. А, понятно, он так и так читается. Ну, то есть мощные боеприпасы, легкая броня, чистить ниф, ладер, калибровка оружия. Мощные боеприпасы. Угу, ясно. Не то, что мне надо. Стоп. Правда для новобранцев. Босс всегда прав. Если ты думаешь, что босс не прав, ты ошибаешься. Ну, типа это, папа всегда прав. Если ты считаешь... Объявление о срочной эвакуации. Всем бойцам приказ собраться завтра утром в 2:30 после в из штаба квартиры. СГБ получил приказ эвакуироваться по причине экстренной гражданской войны в Скарии. А вот эти ребята вряд ли хорошие ребята. Отряд Дельта. Это ребята серьезные. Желтый, ни хрена себе, шаг, ни хрена себе у них скиллы. Что ты такое? Вау. Чувствую, что я звездо. Сейчас такую жесткую получу. Охренеть, у них калаши у всех. Это вообще что такое? Чего? А, отряд Дельта, я понял. Сколько у тебя хп? Ни херовенько так хп. Нам хотя бы надо парочку выкосить. Давайте, ребят, я вас верю. А, я могу авто переключать, да, если что? Отряд Дельта, неплохо. Кого? Нам хотя бы одного выкосить и все. Хотя бы одного. Блин, жалко, что он хил не может накидывать на других. Нам бы помогло это очень сильно. Ё-моё, сколько у тебя... ХП-то. Это овца очень мощная. Вот он хил на себя накинул. Давай, держись, братан. Блин, давай хотя бы одного выкосим. А, у них есть удар этот, блин, гребаный. Да я не знаю, я забыл, что надо был скилл с это подержать подольше. У нас минус один, это плохо. У них минус один, это хорошо. Калашников хреновее работает на 25, на 120, на 25%. Хилися, давай, братан, я в тебя верю. Чё за волк она все время призывает? А это чё не стреляет? А, дробаш долго перезаряжается. Промах? Прикольно. Блин, неужели мы сольем сейчас отряду Дельта? Это будет обидно. Тогда я не знаю, что делать. Если мы сливаем отряду Дельта, то... Это все хреново кончится. Ну да, все, мы просрали. А, шанс захвата нулевой. Бонус к урону 25. Да, мы проиграем, походу. Отряд Дельта нам вообще не по силам. Офигительно просто. Отряд Дельта побеждает вашу команду. Я в курсе, что они побеждают. Короче, отряд Дельта не, нам не по зубам от слова совсем. Да идите в жопу своей броней. Мы можем вот тут вон уже насоздавать хреново тучу брони. Даже вот такую, на 16 защиты. Нам для этого хреново туча ресов надо. Блин, это хреново. Подожди, надо что-то придумать. Нам нечем лечиться. У нас нет еды, чтобы прокачать скиллы. О, у нас 30 монет. То есть мы даже в автомате не поиграем. Мы не можем отсюда свалить. Нет доступных дорог. Можем назад свалить? Можем назад свалить. Награда, припасы плюс 19. Вот сюда можно сгонять сейчас. Да. Я, пожалуй, на побочку сгоняю. Все территории охвачены лесными пожарами. А, окей, прикольно. Да, я, пожалуй, выполню эту миссию, сгоняю. Может быть, подкачаюсь немного и вернусь сюда. Потому что что-то как-то у нас все идет по одному месту. Давай посмотрим на рюкзак и на оружие. Там автомат нашли синий, да. 10-16 у него урон. Скорость у него больше. У него уклонение. У тебя уклонение есть, да? Но он не для первой позиции, вот в чем хрень. Угу. Угу. Угу.
Mm-hmm. Ясно, mm-hmm. понятно. Все, я понял тебя. А как насчет вот этого? Что у них разница? Точность одинаковая, у этого урон чуть больше. А, ОЗ стойкость. Давай так оставим. А вот тебе автомат дадим нормальный. У него точности хотя бы побольше. Mm-hmm. Так, у этого автомата что? Последние две. Нет. Первая, вторая, третья. 7.16, 1.04, 71, да. Давай дадим тебе автоматы. В общем, ладно. Сейчас я их выхилю, и мы продолжим. Так, в общем, у нас нефть. Плюс один ежедневно теперь за то, что мы выполнили задание на добычу нефти. Вот. Ну и, в принципе, все. Такого-то интересного у нас больше ничего и нету. У нас двое вкачались. Ребята, вы молодцы. Я буду качать вам. Тебе я буду в силу вкачивать. А тебя мы будем вкачивать в комплекцию. Чтобы ты нам потом помогала активно. Но надо присмотреть внимательно за ними, чтобы не загнать их в могилу нафиг. Вот так вот. Как у вас дела тут? Ага. А у них как дела? Пока никак. Ну, блин, прокачивать это я не буду, у меня еды нету. Да, нам придется сейчас начинать эту миссию за спирт и все остальное. Ладно. Да, ну вот выхилить бы их вообще было бы идеально. Но у нас хилить нечем. А без хил... Я не хилен их пускать не буду. 32 твою налево. Ладно, скоро вернусь. Так, ну что ж, я всех выхилил. Да, только мне это ни хрена не поможет, потому что... Ну как всех? Двоих? Да. И у нас нет еды от слова совсем. Вообще. Да, у нас ноль еды. Поэтому я начинаю... Я думаю, я выполню пару заданий. Да нет, я начну сразу эту. Мы попробуем второй раз провернуть. У нас все равно нет ни еды, ничего, так что... В общем, когда там встретимся в этого здания уже. Так, ну что ж, мы дошли до отряда Дельта. В принципе, ХП у меня нормально. Ну, диалог мы уже знаем, да? Поэтому давайте попробуем... Как-то... По-другому пройти. А, ну это правило, да, тут все одно и то же. Так, легкая броня, ремонт брони. Давай легкую броню возьмем. Галил, окей. Ну да, тут все то же самое. Во. Выхил обязательно. Обязательно. Ну да, тут по нулям. Тут по нулям и тут по единичке. Ну да, это эвакуация. Будет не будет автобоя, короче. 98. Нет, бой будет обычный. И я буду думать, как тут противостоять этим уродам. Ну на этот раз, кстати, у них поэта. Хотя нет, давай автобой. Я думаю, что у нас получится. У них, кстати, скилл на этот раз другой. Все враги. Уклонение, стойкость минус 20. Блин, сколько у них хп до хрена. Ёб твою за ногу. Криты там на кого-то пролетели. Ты можешь выхилить кого? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть такое предчувствие, что мы даже сейчас не пройдем. Дробаш, он на второй дистанции. Но вот этот пулемет, он на первую, вторую, третью. Ты серьезно? Ханан выкосить? А я не могу их переместить. А их там толку перемещения уже никакого нету. Сейчас вот этого завалят последнего хотя бы. Да вы чё? Какой? Ебой, минус хиллер. У них, кстати, в этот раз немного другой отряд. Ну, в плане хиллера и вот этого. То есть тут рандом идет. Блин, как ты это делаешь-то, овца? Вот как мне их побеждать? Идти дальше качаться? Нет, это долго. Давай, давай. Если вот сейчас он сдвинется, умрет, то эти поменяются местами. Ну, точнее, сдвинутся и все, фиаско. Мы не сможем им ничего сделать. Все, нам фиаско. Да, фиаско, скорее всего. 89 хп, хотя, ну, вот ускорение ничего не даст. Промахи одни идут. А, бонус урона 25. Не знаю, это нам плюс 25 или по мне плюс 25. Плюс 40, чё? Хил?
Все, жопа. Ну ёпта мать, ну как это сделать? Вот кто мне объяснит, как пройти эту вонючую миссию? Да, я знаю, спасибо. Хоть, блин, ресурсов. У меня нет ресурсов? Ну все. Короче, я думаю, да, что мне придется начинать заново. Ну потому что... Ханан, иди сюда. Ты иди сюда. Да, если мы начнем заново, к примеру. Да, отступим. Получим 9 очков, на которые мы, в принципе, сможем... Давайте выход нажмем сейчас. 9 очков, на которые мы сможем прокачаться. С 10 очков. Подожди. Мы можем сейчас их завязать? Характеристики. Это что даст? А, больше начальных очков характеристик для распределения. Да. Таланты. Можно выбрать больше начальных талантов. Больше начальных ресурсов. Деньги, припасы, нефть. Больше начальных материалов. Камень, дерево. Прекрасно. Что? Деньги, припасы, нефть. Камень. А, окей. Так, начальные аксессуары лучшего качества. Лучшая броня, лучшее оружие. Медикаменты лучше. Давайте прокачаем. Вот так вот. Я могу продолжить? Просто хочу. А, начальные, то есть... Скорее всего, да. Ну, мне тяжело сейчас проходить. Я думаю, что мне же это ничего не даст, правильно? Ну да, нам это ни хрена не дало. Мы не можем пройти эту миссию. Мы, то есть, можем вернуться назад, попытаться в побочку пойти. Ну, в общем, ладно. Давайте я сейчас попытаюсь ее пройти. Если все придет прекрасно, значит, продолжим. Если нет, то просто начнем новую игру. Короче, у нас революционный настрой упал до нуля. Да. От слова совсем. Просто до нуля. Плюс тут кучу территории захватили. Вот этой вот. Где тут? Вот я не могу сюда телепортироваться никак. Поэтому мы сейчас будем выполнять миссию. Если у меня не получится, и революционный настрой упадет еще ниже, мы просто проиграем. Да. Давайте-ка я посмотрю. Я медикаментов получил. Целый бинт. Да. Наконец-то. Целый бинт медикаментов. Еды нет. Поэтому... Естественно, да. Надо было сразу дойти по сюжету. Мне кажется, там были бы более слабые противники. Потому что у нас минималка третий сейчас уже. Ну, это, естественно, я не буду подрывать. Я не помню, что нам там за задание надо сделать. О, в смысле? А почему революционный настрой не дался за это, как обычно? Окей, хорошо. Будем надеяться, что революционный настрой не упадет ниже. Вытащить припасы. Нам нужны очень сильно припасы. Но не эти. Двое из Куклс Клана? Прекрасно. Двое десятых уровней. Хорошо. Авто. Да, ребят. Два Куклс Клана. Минимальный уровень, а локация третья. Через 14 дней будет четвертый. Без понятия, что будет на четвертом уровне. Ну, это я юзать пока не буду. Вроде мы с ними как бы это, отношения налаживаем. С этими ребятами именно. Ой, это хорошо. Я сейчас просто надеюсь в то, что мы сможем пройти это задание. Если сможем, прекрасно. Если нет, то это фиаско. Вообще полная, полнейшая фиаско. Идеально. Не знаю, наверное. Огнестрельное оружие мира. Точность плюс 2%. Зелье исцеления. Ага, речь Акадулы. Мне не интересно. Так, что у нас вообще есть? У нас даже выхилиться нечем. А, у нас еды нету. Я думаю, почему нам выхилиться нечем? Ой, это что такое? Давай отмычкой откроем. Твою сволочь! Нам нужна еда срочно. Точнее, да. Без еды мы сейчас просто сгинем от голода. Грубая сила, давай, тут разницы никакой. Интересно, был бы такой вариант? Броню нашли. Типа, грубой силы не получилось. Ну, потом еще не получилось, и все, и дверь закрыта. О, мы можем помолиться.
Прекрасно. А мы не можем, можем просто помолиться. Благословение, спасибо. Нам это дало что-нибудь? 5 из 9. Наверное, не знаю. Выхилимся. Ага, конечно. Чё я тебе дам? У меня 0. Опа. Так, окей, спасибо. Миссию мы выполнили. Нет, пока это хилить не будем на себя. У нас революционное настроение 0. Да, скорее всего, мы сейчас просто всрёмся. Вот, может, даже на вас. Давай, уже все равно. Мы прокачались, следующего уровня мы более мощные будем, ребята, и поэтому мы сможем... Ну, может, мы других кого-то наберем. Но это понятно, что эта тройка будет с нами. Вместо девахи, может быть, кого-нибудь нормального наберем. Нам нужен хиллер с ручником. Дроны хрен бы с ними, реально. Да, он молодец, он стреляет дроны. Дронов нам, выкидывает и все такое. Но нам нужен хиллер. Ты вообще сейчас сдохнешь. А их двое. Все, у нас минус один сейчас будет. Тут медикаментов больше. Давай. Да, вероятность, что он сдохнет, огромная. Прям, я бы сказал, огроменная. Ой, это ты типа выстрелил в нее, но попал в него. Часы получили. Ну, часы мне очень важны, да. Вот. Революционный настрой плюс 0.1. Ага, снять детали. Ясно. Нет, тут без вариантов. Охереть, ты чё, страх потерял? Он упал прям на нас? Ну, супер, еды нету, хилиться нечем. Красота. Еда, давай тебя выхилим хотя бы. Хотя бы тебя, братан. О, да. Старт, конечно, был интересный. Мне понравилось. Но есть вероятность, что это последний старт. Фух, он нам на голову не упал. Надеюсь, тут будет еда. Тут будут деньги. О, а тут будет еда, скорее всего. Отпугнуть выстрелом, конечно же. И взять мясо. Так, итого у нас 54 еды осталось. Ты прокачался. Я за тебя очень рад. Сколько у тебя? 114? 116. Плюс 2. 1% это просто плюс 1. Так, у нас плюс 0. У нас 0.1. Это не температура была. Да, это просто 0.1. Снаряга. Три новых сообщения. Нет. На, что? У нас кормить нечем людей. У нас революционный настрой падает охренеть как сильно. Плевать. Нам надо держаться. Я не знаю, что делать. У нас революционный настрой 0.1. Мы сейчас просто попытаемся какую-нибудь миссию выполнить, и мы, скорее всего, сдохнем. Ну, то есть, все просто просрем, и все. А, что у нас на складе нового? Новая броня. 13.5. Хочешь новую броню 13.5? Интеллект будет плюс 5. Держи. Ты теперь у меня умная. Почему у меня нет брони нормальной? Давай просто попытаемся через тяжелую пойти. Вот так вот. Просто попытаемся пройти через тяжелую. А, так. У меня нет ресурсов. Какие там технологии? А... Хотя бы так. Так, какие у нас дальше боевые действия? Неизвестное здание. Давай попробуем. Нефть плюс один зато. Опасность зоны. Плевать мне на энергию кого-то, либо начать. Подожди, сейчас. Золотая... Подожди, а почему золотая...
Пустая шахта. Революционный настрой плюс 3. Ежедневная прибыль плюс 10. Вау. Давай попробуем. Но нам все равно ловить уже нечего, да? Попробуем захватить эту точку. Поможет или нет, посмотрим. Так, ну пока что старт хороший был, пока мы не встретили этих ребят. 9-9. Ладно, плюс они раненые уже. Ни хрена себе, он в меня щит кинул. Во, молодец, а. Никого не спасаем, вы чё? Ой, грибочки. Тогда собрать, раз съедобные. 40 припасов. Красота. Так, тут что у нас? А, камень у нас в приоритете здесь. Хилить некого. Кстати, вон камень. 0.2. Точность, точность. Давайте применим скилл. На всякий. 0.2 уровня как-никак. Минус один сразу же. Он даже не успел на себя броню, эту хрень закинуть. Урон, стойкость, точность. Но зато успел закинуть яда. Молодец. Так, здесь можем помолиться. У нас есть 41 еда и 101 еще в запасе. Сделать подношение. Просто помолиться можно и все. Угу. И у нас должно быть 5 из 9. Черт, надо не молиться, а делать подношение. Именно. Грубая сила, конечно же. Улыбающийся пастор. Когда грубая сила? Раз там кто-то... О, мы, кстати... Мы забыли... Короче, сейчас мы, если пройдем, охотник, помочь разделать добычу. Никто не ранен. Говорить нам с ней не о чем. Мы раковину вскрываем? Серьезно? Окей, интересно. Разведать не получается, но грубая сила всегда помогает. Можем отдохнуть, кстати говоря. Неплохо, в следующем бою мы будем очень даже хороши. Давай еще отдохнем. У нас просто не все отдохнули. О, нифига себе. Сток сена в доме? Прикольно. Чертеж получили. Скорость 8, раз горячо минус 30. Неплохо. Скорость всего-то минус 8. Так, ну еды уже хорошо. Не успел. Да, я, кажется, два ключа просрал только что. Это плохо. Ну, хотя бы еды, кстати. У нас 300 еды. Блин, мне кажется, что... Ну, блин, если мы сейчас революционный настрой не поднимем, мы тогда так проиграем. То есть, голодная смерть либо и революционный настрой. Кстати, золотая шахта. И двое ребят. Нас ждут у входа. В золотую шахту. Да, войди. Вау. Это что, золотая шахта? Да, не то я ожидал от золотой шахты. Ну, в смысле, мало денег. Я просто даже не знаю, что я вскрыл. Типа денег много просто будет нам, да? Ну, пока 300, да, неплохо. Но она будет нам ежедневно деньги приносить. Вот тут разведочку давай проведем. Тут плевать, чем открывать, да? Тут насрать вообще от слова совсем, чем открывать. Потому что в любом случае нас ждет звездюля.
минус один сразу. Вот из-за чего. А у него было 89 хп. У этого 105, но его в одного сейчас стрелять легче будет в 700 раз. Зачем тебе? 6 хп? Ну да, все. Молодец, девочка с дробовичком. Серьезно? Разведка не помогла вот на таком уровне? Да, золотая шахта, конечно, такое себе. Чё у нас тут под хилом? Пойдем. Это середина боя, но мы активируем. А, твою мать, мы уже активировали скилл. Ладно, много промахов смотрю. Защиту он активировал. О, 117 хп, 131. Ничего себе, что это еще было? А у нас дробаш не заполняется, когда мы в это без сознанки? Обидно. Ну хотя бы вот это вынести, ребят. Просрать этим двоим будет обидно. Двум один. Ну, они синенькие, типа, более прокачанные. Нам нужно два более топовых бойца. Ханан можем вообще в лагере оставить. И взять на ее место какого-нибудь синего или желтого по качеству бойца. Как мы жестко просираем, ребят. Как жестко. 18 хп. Давай, шмальниз. Молодец. Этот в броне обмазан. У него щит уже 29. У меня скоро щит будет больше, чем хп, блин. 33 уже. 25, да. Охренительно просто. На, все, щит спал. Ну, я думаю, что он скоро появится. На. Что это за... Откуда такие снайперские качества, ребята, у вас появились? Да, нам нужно очень много провианта, чтобы прокачать всем вот эти навыки. О, синяя фляга. Прекрасно. Сомневаюсь, что мы половину пробежим без потерь. Там уже еще кто-то ходит. Как много их, а? Кто бы знал. Чувак какой-то с чемоданом. Скилл хороший. Вот хил нужен. Нам нужен хил срочно. Тот, кто будет хилить нас. Она дрона выпускает. Хилит себя. Да что ты такое? Нанодрон. Оглушение. Вау. Неплохо, неплохо. Минус один и минус второй сейчас будет, да? 13. Да, все. Охренеть, мы снайперскую винтовку получили. Легендарную. Куда катится мир? К легендарным снайперским винтовкам. А, нет, спасибо. Добыча камня займемся. Металла у нас и так нету. А, припасов надо потратить будет. Неплохо, 9 железа. Застрелить. 31 монетка. Неплохо. Самое хреновое это... Хотя нет, 500 монет. Самое хреновое, что через 12 дней минимальный уровень... В любом этом будет 14. Вот нам бы как-нибудь вот этот уровень понизить. Но я сомневаюсь, что это возможно. А это, похоже, собрать лечебные травы? Это было больше похоже на ядовитый плющ. Я перебздел. Потому что боялся, что сейчас не сработает. Так, зря я подхилился, кажется. Потому что в конце никого не будет. Но революционный настрой плюс 3, ежедневная прибыль плюс 10. Нет, в конце все же кто-то был. Да. Плюс 3 революционного настроя. Да, тяжело мне становится дальше идти. Надо как-то прокачивать ребят хорошенько. Бои на технике мы выиграем спокойно. То есть тут проблем никаких у нас нету с этим.
А вот дальше что делать? Как нам вообще штаб-квартиру захватить? Непонятно. Минимальный третий уровень. Дойдем до четвертого, мы уже ничего не сможем захватить. Потому что у нас очень слабый отряд. У нас слабое оружие, у нас слабая броня. Надо прокачивать оружие и броню. У нас нечем прокачивать оружие и броню. Я испугался, когда нажал кнопку, потому что я думал, что мы сейчас помрем. Спасибо. Ну давай, должен революционный настрой быть 3.1%. Да. Как же все плохо. Да. Что со штабом? Ну вот, смотрите. Давай тебя сюда пошлем. Опыт, опыт, припасы, припасы. А что у нас тут по заданиям? Да. Нет. Да. Надо выполнять, мы отношения увеличиваем с ребятами. Технологий пока нет смысла. А хотя вот это можно увеличить, бонус репутации. И награды за дипломатические миссии можно увеличить. Ядерную бомбу обезвредить, медикаменты принять. А, тут все уже, да? Тут надо, типа, это, выполнить квест. А, сбор рецептов и миссии. Да уж. Ну, у нас теперь ежедневная прибыль плюс 10. Золотой шах. То есть 10 монет мы ежедневно получаем. Что нам это дает? Правильно, ни хрена. Черт, у нас еще 5-4 дня будет эта диета вонючая. Снижение расхода припасов на улучшение навыков. Нет, я не буду это прокачивать, у меня нет его. Да блин, как все тяжело. Давайте-ка лучше мы начнем заново. Следующий раз мы начнем... А, у нас же легендарный дробаш? Вау, я тебя куплю. Потому что это легендарный дробаш. А у нас всего 2 легендарных оружия. Ты, конечно же, получаешь легендарный дробаш, ловкость и урон, но точность, макс ОЗ и точность увеличивается. А ты получаешь легендарную снайперку, скорее всего. Да, очень такую нехреновую легендарную снайперку. Не хочешь получить вот эту вот пушку? Хочешь, и ты ее получишь. Мы сейчас попробуем вытянуть максимум из всего, что можно. Подожди, а почему у меня всего 4 пушки экипировано? А у этих клоунов нет оружия? Mm-hmm. Ни хрен. А еще надо следить за их уровнями. А то они там больны все. Так, по шмоткам. Что у нас по шмоткам? 10, 3,3. Спасибо, очень полезная шмотка. Ты что такое? 11,1. ОЗ точность? Нет, точность нельзя понижать. 6,4? Нет. Угу. Ты что даешь? Макс ОЗ. Угу. Плюс 2 сопротивление ранениям. Угу. Держи. Угу. Так, шанс крита минус 2, шанс крита, шанс крит урон. Нет. Интеллект 4, шанс крита минус 2. Интеллект 4, у кого нам надо интеллект 4 брать? Что у тебя? Это мы часы берем, да? Давай мы тебе стойкость заменим. На интеллект 4. Как-то так. Сопротивление к ранениям. Но это может быть кому-нибудь. Нет. Скорость нет. Все. Да, как-то, короче, вот так вот. Можем еду всрать. Угу. 16,4 все характеристики. А, жопа. Да. И это я просто так сделал, если что. Да. В общем, ладно, давайте на этом заканчивать. Отлично, мы только что захватили особую постройку. Так, теперь она будет обнажить или так нужно карты. Окей, вы можете даже улучшить это здание для повышения его эффективности. Остальная постройка будет потеряна, если армия захватит ее. А как мне улучшить эту постройку?
Ага. У нас вот задание, да? А, так. Объединенный. Все ресурсы минус 50. Четвертый уровень. Да. Я просрал. Жестко. Награда. Спирт плюс 2. Ага. Сильная микстура плюс 1 награда. Вау, тут есть типа тропинки? Серьезно? Ну-ка, что там по прочности грузовика? Ой, много восстановили. Подожди, в смысле? У нас кузов поврежден. Нам восстанавливать просто нечем. Подожди, в смысле нечем? А чем мы восстанавливали? Припасами, что ли? У нас денег до хрена. А, мы же еще карточки не посмотрели. Да, давайте посмотрим карточки вот в этом магазине. В автомате. Да, давай микстурки купим, чтобы подхилиться, если что. А, у меня два халявных. Я понял. Это купоны на халявную игру просто. Ну да, естественно, чтобы тут повезло, надо прям постараться очень сильно. Ну и, конечно же, нет. Ну что ж, давайте на этом закончим. Начнем вскоре новое прохождение. Ну, да, посмотрим, как у нас вообще дела пойдут. Отступить. А, закончите революцию, ваш текущий прогресс будет потерян. Вы получите очки наследия текущего продолжения, которые можете использовать при следующем попытке. Окей. Революция, поражение. Да. Прервать игру. Да. Как-то так. И мы получили еще 10 очков. Вау! Медицина. Что нам даст медицина? Начальный медикамент лучшего качества. Давай прокачаем до третьего уровня. До второго. Оружие. Вот оружие хочу прокачать. И у нас остается броня и аксессуары. Я ставлю на броню. Ну что ж, мы на этом будем с вами заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока!